Рад приветствовать всех, стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Мы катастрофически и стремительно приближаемся к окончанию нашего курса. В принципе, все практические знания, которые вам необходимы, у вас уже есть, кроме одного главного навыка. И перед тем, как рассказать о нем, мы наконец-то познакомимся с Кариной Бейс, которая меня консультировала по работе с AdGrants. Карина – интернет-маркетолог, веб-аналитик, специализирующийся как раз на работе с некоммерческим сектором. Я попросил ее посмотреть аккаунт фонда «Живи сейчас» и дать свои рекомендации. Итак, Карин, добрый день. Добрый день. Как у вас дела, Карина? Хорошо, спасибо. Вы посмотрели сайт, да? Вы посмотрели и аналитику по сайту, и посмотрели рекламный кабинет. Что бросилось в глаза? Что неправильно сделано? Или, ну, не так хорошо, как могло бы быть? Но что бросилось в глаза, это то, что рекламу настраивал специалист. Потому что здесь я вижу две компании. Одна информационная, другая фандрайзинговая. Здесь хорошо проработаны ключевики, группа объявлений есть, много вариантов текстов объявлений. Видно, что рекламу не просто один раз настроили, но и отслеживали, и оптимизировали. Максимально использованы дополнительные инструменты, так называемые расширения у объявлений. Ну вот видно, что специалист не только хорошо знает возможности AdWords, но, в общем-то, умеет их использовать. Ну а вот что неправильно, собственно, никак не отслеживается то, что делает посетитель на сайте после того, как он переходит по этой рекламе. Может, он приходит, сразу уходит, ничего не посмотрев и не сделав, как часто, в общем-то, и бывает. А поведение видно только в аналитике или в Google Аналитике или в Яндекс.Метрике. А для того, чтобы это поведение увидеть, нужно связать аккаунты. Аккаунты счетчиков и аккаунты рекламы, а здесь этого нет. Ну вот еще последнее, да, если можно. Я вижу, что настраивал рекламщик из коммерческого сектора без учета особенностей некоммерческого. Потому что это, вот, например, видно по настройкам аудитории. Здесь зачем-то настроена аудитория ремаркетинга, то есть это возвраты тех, кто уже был на сайте, но ничего не сделал. Это, в принципе, уместно в интернет-магазинах возвращать тех, кто начал покупки, но отбросил корзины. А в благотворительности такая навязчивость неуместна. Как-то так. Что бы вы посоветовали вообще некоммерческим организациям, когда они получают Google Grants? Что делать с этим аккаунтом? Ну, это касается не только Google AdGrants, это, то есть, соответственно, рекламы. А цель рекламы – это привести нового пользователя и по возможности его удержать на сайте. Но это возможно для любого источника трафика, и для рекламного, и для нерекламного. Только в том случае, когда ваш сайт того стоит. То есть, когда сайт хорошего качества, когда пользователь может... Выполняется правило трех кликов. То есть, пользователь заходит и в три клика находит нужную ему информацию. То есть, уже на первых страницах нужно, чтобы пользователь увидел, кто вы, что вы, чем вы отличаетесь, так сказать, от аналогичных и как вам можно помочь. Итак, давайте разберемся, что мы услышали. Во-первых, нужно связать Google Grants с аналитикой, выбрать цели и только после этого фактически начинать работать с рекламным аккаунтом. Собственно, после этого и начинается работа. До этого бижутерия. Казалось бы, общий совет, но при том, что это действительно очень хороший аккаунт, здесь этого нет. О том, как это сделать, я расскажу в следующем видео. Далее правило трех кликов. Тоже, казалось бы, общий совет, но давайте посмотрим на примере хорошего аккаунта, как соблюдается это правило. Итак, у нас здесь две компании. Причем такое бывает нечасто, но компании разнесены на два сайта. То есть у фонда «Живи сейчас» есть информационный сайт о боковом амиотрофическом склерозе, симптомах и так далее. И сайт, собственно, фонда. Видно, что информационный сайт более востребован. И CTR выше, и бюджет он расходует больше. Ну, то есть люди идут в основном на него по рекламе. Объявлений в группах мало, но они все персонифицированы, ведут на конкретную страницу. То есть человек попадает именно туда, куда ему нужно. Как бы все идеально, можно предположить, что и процент отказов минимальный. И, собственно, вот сайт. Попробуйте найти кнопку «Помочь фонду» или просто «Помочь». К сожалению, для любого фонда это главное. Фонды выживают за счет пожертвований. На самом деле кнопка есть, вот она. Но согласитесь, нельзя сказать, что ее невозможно пропустить.
Вообще, конечно, интересно, что компания не очень наполнена и по объявлениям, и по ключевым словам, но при этом практически втрое эффективнее, чем вторая. Смотрите, сколько здесь ключевых слов. Не уверен, что вам удастся придумать столько же. Если посмотреть уже на сайт о фонде, то тут все как раз правильно. Кнопка «Помочь» яркая, заметная, промахнуться невозможно. И здесь же есть кнопка «Информация о вас», которая направляет человека на информационный сайт. Что можно посоветовать в данном случае? Если человек ищет что-то конкретное, скажем, БАС, симптомы, и его нужно заводить на конкретную страницу информационного сайта, нужно немного переделать сайт. И кнопку «Помочь», как и информация о фонде, вынести куда-то наверх, сделать более заметными. А вообще постараться больше людей заводить на главную страницу фонда, а не на информационный сайт. Поскольку на главной странице есть крупная кнопка «Информация о БАС», и если человек ищет именно это, перейдет, не пропустит. Ну а мы в следующем видео наконец свяжем рекламный кабинет с Google Аналитикой, расставим цели и дадим еще пару нетривиальных советов из разряда лайфхаков.